Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы будем продолжать строить что-то новое. Давно я не строил, не знаю, может немного подзабыл об этой рубрике, но сейчас у меня какое-то настроение что-то построить. Ребят, я извиняюсь, если я буду что-то мямлить в этой серии или еще что-то, просто вы себе не представляете, как мне сейчас хреново, то есть... я не знаю, что-то мне резко так фигово стало, температура там офигеть какая выросла, больше чем 38, но все же я не могу оставить это дело без новой серии для вас, то есть я записываю как бы на завтрашний день, потому что если сегодня я не сделаю что-то новенькое, то завтра не выйдет серии, а этого нельзя, чтобы было, да, поэтому, ребят, я извиняюсь, но... Я постараюсь как-то мало разговаривать, потому что меня сейчас так баламутит тут, что с ума сойти можно, честно, ребята. Я не знаю, почему меня так за буквально 10 минут так фигово стало, знаете, как будто иду, бум, что-то в голову бабахнуло, все, меня уже тошнить начало, голова кружится и вот это все. Поэтому я сейчас, ребят, не представляю, сейчас, наверное, эту серию сделаю и пойду спать. Поэтому и без камеры, потому что без камеры по голосу может это незаметно, но с камерой было бы заметно, что я как-то болею. Ребята, что мы будем строить в этой серии? Мне почему-то захотелось построить какой-то дом наподобие этого, то есть наподобие дома с нашего 5-го сезона с модом Pixelmon, то есть шерстью, с булыжником и еще с остальными похожими ресурсами. Я не знаю почему, но мне как-то приспичило. Я, может, уже в голове немного себе представил, какой этот дом будет. Поэтому, ребята, давайте быстренько начнем. Я надеюсь, вам он понравится. Ну вот, я подготовил ресурсы на первое время, которые нам понадобятся. Это булыжник, булыжные ступеньки, то есть каменные, обычная древесина, то есть дерево, потом спрусвуд, то есть еловые доски, полублоки, еловые ступеньки, панели стеклянные, потом белая шерсть и заборчик. Начнем мы строить, ну буквально, давайте как-то в ряд, что ли. То есть у нас будут такие вот тут дома, вот тут, вот тут, вот тут, может будут какого-то одного стиля, да, чтобы это все не переплеталось. То есть там итальянские виллы, обычные домики, модерные домики. Там еще что-то, и там еще что-то, что я строил. А вот тут у нас в ряд будут идти какой-то один тип. Ну что, ребята, давайте приступим. Ставим вот так. Два блока древесины. Потом отступаем три блока. Ставим еще один. Отступаем еще, ставим еще один. Потом отступаем два, ставим. Отступаем три, ставим. Вот так. 3, 2, 3, 2. Вот как у нас сверху получается. Вот так, ребята. Дальше. Дальше, 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 дальше. Тут тоже отступаем 3, ставим. Отступаем 3, ставим. Вот тут 3, да, вот тут 3. И ставим вот так. Сейчас с этой стороны то же самое. 1, 2, 3, 1, 2, 3. И вот так. И тут то же самое. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 и 1, 2, 3. Давайте, ребята, я утро врублю. А то уже сейчас ночь будет. И вот у нас вот так сверху получилось. То есть это не сложно. Такой небольшой домик у нас будет. Запоминайте, кто хочет строить. Что мы делаем дальше? Дальше вот тут. По кругу нам нужно вот это все булыжником сделать. Но вот тут мы будем ставить вот так. То есть все-все-все-все булыжником. Тут тоже. Но по центру у нас тут будет... будут ступеньки, вот так, например, да? Запоминайте, ребята, кто хочет строить этот дом. В принципе, он не такой уж и сложный, как я сначала думал. Половину я его продумал, половину, точнее, другую половину я сейчас буду на ходу соображать. То есть, крышу я еще, если честно, не строил, и крышу я не знаю, какая она будет. Поэтому крышу буду думать с вами, да? Вот так. Вот так. Тут тоже ступеньки. Ступеньки. Вот так. Вот так у нас, ребята, сверху получается. То есть, обычный домик, да, если вот взять и убрать вот эту древесину, то получится какая-то коробка, да, обычная. Но все же это не коробка. Давайте вот тут еще поднимем. 1, 2, 1, 2, 1, 2. То есть, 4 блока в высоту. 4. Ну вот, все, я и поднял. То есть, все, что нам нужно было сделать, это просто поднять на 3 блока в высоту. И вот так у нас получилось. Что мы делаем дальше? Дальше, ребята, мы
заполняем вот это. Точнее, будем сразу... Сколько тут у нас должно получиться? 1, 2, 3, 4. Тут если мы поставим 1, 2, 3. Ребята, вот это все нам нужно заполнить шерстью. То есть белая шерсть, 4 блока высоты. Я немного ошибся, вот это будет еще нужно поднять на один уровень. Но сейчас это сойдет и так. То есть сейчас, ребята, мы просто поднимаем блоки шерсти на 4 уровня вверх, да? Давайте быстренько поднимем. Хочу заметить, что вот это не нужно закрывать. То есть вот тут не нужно поднимать, чтобы было видно, где у нас находится, как это можно сказать, опоры, что ли, нашего дома, где у нас держатели, да? Поэтому это не будем закрывать. И, в принципе, это добавит некоторый небольшой дизайн в постройку, чтобы внутри не казалось, что все состоит просто из древесины, да? А если у нас там будет немного где-то высвечиваться дерево, то, мне кажется, это будет намного красивее. Давайте уже, в принципе, тут быстренько поднимем. Тут не так уж и много осталось. Вот так. Ну, не судите пока что, то есть ничего большого тут еще нету. Давайте приступим дальше. Берем ступеньки, ставим вот сюда, и тут пробиваем окошко. И давайте, в принципе, сразу же поднимем на один уровень. Тут не нужно поднимать, тут должно быть 3. То есть вот тут, тут у нас вход будет. Давайте сразу же сделаем, чтобы не пудрить мозги ни себе, ни другим. Вот тут у нас будет вход. И вот так у нас должно быть. Тут 3 блока, тут у нас вход, вот так, и тут пробиваем окошко. То есть домик будет миниатюрный, не будет каких-то больших окон, да? Но все же дом на это и рассчитан, что он будет не очень большим, и буквально его можно будет построить за несколько часов, если вы не играете в креативе, а играете где-то на сервере. Потому что предыдущие дома, которые я строил, я их видел у себя на сервере, то есть много домов. А там было, тут ничего не делаем, так как тут только 2 блока. То есть ранние дома, которые были построены мной, я их потом замечал у себя на сервере, то есть люди их строили. И поэтому мне, если честно, было приятно, да, что люди берут мои идеи, идеи домов, которые я строю, а не другие идеи, которые я сижу сутками придумываю, кто-то их тыбзит и выдает их за свои, да? Вот идеи домов. Дальше, ребята, что мы делаем? Вот тут поднимаем вот так и вот так. Потом тут нам нужно еще поднять, сейчас, ребята, еще вот так. Ой, нет, не вот так. Не вот так, а сейчас. Вот так у нас должно быть. Это все удаляем, то есть это опора для того, чтобы построить, поставить блок, точнее. Вот так. Вот так у нас должно получиться. Это удаляем. Вот, ребята. Ничего тут, в принципе, сложного такого нету. Сейчас, ребята, это удаляем. Поднимаем тут на 4 уровня. Тут тоже поднимаем. Ну, давайте где-то еще на 2 уровня вверх, что ли, поднимем. Вот так, чтобы это было, ну, буквально немного вот так выпирало вверх, да? Дальше, ребята, берем. Вот что мы, ребята, берем. Берем, ну, stone bricks, да? Я не знаю, как они переводятся, но пускай будет вот так. То есть ставим мы их вот так, потом вот так, вот так, вот так и вот так. И все. Тут, в принципе, я не знаю, что можно. Можно вот так поставить. Вот такой у нас вход, ребята, получился. Дальше, что мы будем дальше делать? Дальше тут нам нужно тоже поднять. То есть давайте вот так еще поднимем. По одному блоку с этой стороны. И также вот так, давайте. И также нам нужно еще поднять одну линию дерева с внутренней стороны, да? Чтобы было, как я уже говорил, больше дизайна, что ли. Вот так мы, ребята, быстренько это поднимаем. Все, мы подняли. Чем мы займемся дальше? Я не знаю, может сразу крышу сделать, чтобы было более... Точнее, чтобы лучше смотрелось, или заняться домом внутри. Я не знаю, ребята. Давайте, может, немного... крышу продумаем, то есть как у нас будет крыша. Крыша у нас будет, ребята, вот так. То есть запоминайте, ребята, тут ничего сложного нету. Вот так у нас. И это нужно сделать везде, то есть по всему периметру нашего дома. Тут мы ставим вот так. То есть тут мы поставили, тут поставили, поставили и выпираем, ой,
опираем на три блока, да, чтобы один блок вот так смотрел вперед и ничего не зацеплял, можно и так сказать. Тут, в принципе, тоже мы так делаем. Вот так и вот так. И тут тоже выпираем на три блока. Пока что нормально. Тут давайте, ребята, поднимем 1, 2, 3, 4, ну где-то вот так, что ли, пускай пока что будет. Я не знаю, насколько тут нужно поднимать, потом посмотрим. Ну давайте тогда, ребята, уже, в принципе, поднимем и вот тут по бокам, чтобы я знал, какая у нас высота должна быть. Тут у нас должно вроде быть 4, точнее 5. 1, 2, 3, да? Да ты ж нафиг, ты что, прикалываешься? Вот так. Потом... Да, в принципе, тут, если честно, пофиг, что ставит, но все же. Вот сюда. И еще один блок. Вот сюда. Точнее, еще одна ступенька вот сюда. И сколько у нас тут получилось? 1, 2, 3, 4, 5. Вот так у нас, ребята, должно получиться. То есть тут еще тогда поднимаем, да, на один блок. Пускай будет. Фух. Ну, мне кажется, нормально. Дальше, ребята, вот тут мы ставим. Тут мы ставим вот так. И... вот закругляем. То есть по бокам нужно вот так поставить. Опа. И вот тут, как тут? Вот так и вот так. Давайте я еще раз утро включу. Ну вот, ребята, такой у нас домик получается. Крыша у нас уже спланирована, поэтому давайте приступим к внутренней обработке нашего дома, да? Вот давайте вот так. Поднимаем на уровень к последнему блоку шерсти, да? Сейчас что мы, ребята, будем делать? Тут можно вот это все продлить вот так, да, на первое время, чтобы знать, что и как будет. Замечательно. И, в принципе, знаете, хотя нет. Давайте сразу не будем потом ломать, потому что я так подумал, если мы вот это все заполним досками, то потом снизу нужно будет ломать, потому что в этом доме у нас будет подвальчик, да. Вот тут тоже так поднимаем, ребята, тоже на такой уровень. Вот тут. Замечательно. Вот так, ребят. Что у нас будет тут? Тут я не знаю. Давайте, в принципе, вот так сделаем. Шерсть возьмем. И шерстью вот тут это тоже все заполним. Без окошка. И вот, кстати, вот именно вот тут уже можно все заполнять. Я не советую вот тут два ряда делать, потому что если мы потом будем делать... подвал, то это может пересекаться. То есть нужно будет ломать нижний слой пола, поэтому мне кажется, вот так будет как раз идеально. То есть заполняем только верхний слой по кругу, как хотите. Ваша техника, не ваша. Так, быстренько, ребята, это все заполним. Я не знаю, сколько будет частей постройки этого дома, но я не хочу растягивать, потому что, мне кажется, не всем людям будет интересно смотреть, как я там 35 минут что-то строю. Поэтому, если серии будут по 15, 16, 17 минут, то, мне кажется, как раз будет идеальный вариант. Ну что, ребята, мы продолжаем строить. Что у нас будет вот тут? Вот тут можем уже сразу поставить ступеньки. И вот тут, в принципе, вот тоже, да? И давайте сразу двери поставим. Я не знаю, какие двери можно... Какие-то красивые, потому что дверей тут много добавили новых. Вот так пускай будет, да? Это уже на версии 1.8, поэтому дверей тут действительно большое количество. Вот так у нас будет, допустим. И вот тут вот так. Чтобы меньше места на входе было. Где-то нужно больше, где-то меньше. Тут, в принципе, тоже какие-то двери можно. А какие тут еще двери есть? А ну, давайте все проэкспериментируем. Я, если честно, вот эти никогда даже не ставил. Не, ну, вот эти двери в спальню. Это как бы стекло тут или просто решетка. Фиг его знает. Ну, давайте вот эти поставим. То есть, вот такая у нас спальня там будет, да? Я дизайном не буду заниматься, то есть я сделаю только саму форму дома, а дизайн вы себе можете сами потом придумывать, да? Тут, ребята, в принципе, давайте тоже так поднимем на такую же высоту, как с той стороны. Фух, ну вроде что-то вырисовывается, да? Тут и вот тут, ребята, я, если честно, не знаю. Должно быть вот так вроде, то есть еще на один блок поднимаем. И давайте все-таки поднимем нашу крышу, то есть я хочу видеть, как у нас будет выглядеть крыша. Крышу мы тоже вот так поднимаем, то есть заполняем вот тут все по кругу, и потом будем заполнять все внутри. Вот это главное, мне кажется, не перекрывать вот эти блоки дерева, да, чтобы у нас было видно, где у нас стоит деревянная основа. То есть вот так по кругу, вот так
И вот так. И вот тут. Тут я не знаю, что, в принципе, тут тоже вот так можно. Это удаляем. И вот так. Тут, как я сказал ранее, нам нужно вот это все будет заполнить. И давайте, в принципе, приступим к этому. Я не скажу, что это будет долго. Хотите, можете перемотать, хотите, можете оставить. Но это не будет долго. То есть, вот, уже много времени это не займет. Замечательно. Тут, ребята, тоже самое нужно сделать. Заполнить нашу крышу. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Замечательно. И вот внутри тоже. Вот так. Все. Наша крыша готова. Вот такая она у нас будет. Тут тогда еще давайте поднимем на пару блоков. Вот так. И чтобы нам сделать вот тут. Тут, ребята, давайте возьмем вот это. Нет. Вот так. То есть тут мы ставим, тут продолжаем. Вот так. Тут ставим поверх этого. Тут поверх это. То есть в ряд как бы с этим. Вот так. Тут я не знаю, ребята. Тут может уже можно заканчивать. То есть вот так. И сейчас нам пригодится наш заборчик. Вот там я дверей набрал, конечно. И вот такой у нас заборчик, ребята, вот там. Тут я не знаю, если честно, может вниз поставить, чтобы вот так выглядело как-то. Потом, хотя фиг его знает. А может даже вот так просто. Ну, пускай будет пока что так. Фух, то есть тут у нас на нашей крыше, да, будет небольшой такой балкончик. Мы можем выйти сюда, посмотреть на других животных, на другие дома. И, в принципе, ребята, как я ранее сказал, не будем затягивать с этим, да. То есть, а почему у меня вот так грузится как-то? Ну ладно, не будем затягивать с этим. Давайте уже на этом, в принципе, заканчивать. Первая серия там длится до 20 минут. И мне кажется, это как раз будет оптимальный вариант, что не скучно будет дальше смотреть. Я надеюсь, вам нравится этот дом. По крайней мере, хотя бы до сих пор. Я не знаю, может, в конце вам и не понравится. Но все же, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Ставьте лайки, если вы хотите больше видеть построек, потому что, я думаю, многие со мной согласятся, то, что Пиксельмон иногда уже может надоест. А небольшое разнообразие всегда круто. Поэтому, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Ставьте лайки. Я еще раз извиняюсь, если я какой-то вялый был в этой серии, но я еще расскажу, я болею, но все же я решил, собрался и сделал новую серию, чтобы порадовать вас, я на это надеюсь. И все, ребята, на этом мы заканчиваем. С вами был Эдисон. Не забываем ставить лайки и комментировать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.